Всем приветики, с вами канал Артмания. Сегодня я вам покажу, как правильно можно использовать штатив. Вернее, как его нужно использовать правильно. Нет, ладно. Как еще можно использовать штатив? То есть, ну вот, видите, наш штатив. И здесь вот крючок. И так получилось, что стиральная машинка очень плохо отжала белье. Все белье я отжала потом руками, повесила. А вот это вот осталось самое тяжелое, самое мокрое. Ее некуда повесить, потому что с нее текет. А у нас уже вечер. И придумал такую вот интересную штучку. Почему бы и нет? А на крючок я знаю, что можно вешать до 5 килограмм. Ну, конечно, она весит меньше. Но согласитесь же, классно. Ставьте лайки, 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 лайки. Смотрите, как видно. Открыла окно, у нас пар варится. Гречка варится у нас. Вот. Окна запотели. Вот я сейчас чуть-чуть приоткрыла, думала, чуть-чуть это окна отойдут. А там как парить начало, на улице мороз, видимо. Вот видите, прям такой. Думала, чуть-чуть на секунду открою. А так красиво, интересно, так, как будто какой-то дым с улицы заходит в квартиру. Да, наверху побольше, а внизу поменьше. Видно вам? Вот оно. А Дима сидит тут, кушает. Дима намылся сегодня, помылся. Мама сделает сейчас ему кудряшки. Кстати, вот так делаются кудряшки у Димы. Да? Чуть-чуть, смотрите. И сразу они появляются. Если их сделала, допустим, помыть ребенка на ночь, то с утра он просыпается вообще в нем. Как будто волосы прижаты с разных сторон. А тут вот хорошо. Да? Ну-ка. Да, ну тут уже немножко это. Ну, такие кудрявенькие. Не такие, конечно, как он был поменьше, наверное, все помнят, какие там были кудряшки. Ну, хотя бы чуть-чуть есть подобное. Лей? Куши, куши, ням-ням-ням. Куши, куши, ням-ням-ням. Ням-ням, ням-ням-ням. Димочка, ням-ням-ням-ням. Забивай. Забивай. Козювка. Сегодня у нас курочка была. Дима бегает, мы поужинали. И смотрите, у нас стоят коробки, приехали обои. По 4 рулона, то есть сюда коридор, кухня и зал. Комната. Поднимай. Такие красивые. Да. Тут у нас еще пока оборвал, оборвал, да? Покажешь, как ты оборвал? Вот я оборвал, сколько будет. Да, тут у нас мастер. Потолок весь ободрал. Стены все цементом там, шпаклевкой. Вот там вот тоже вон она все сохнет. Сегодня он до обеда только поработал. Завтра будет, наверное, уже шкурить все это, будет стоять. Дымище, хотела сказать, пар, не знаю, как это. А, пыль, пыль, да? Будет все летать, будет кошмар, наверное, завтра. Вот так будет, пылью так идти да. Будет. Куча всего, линолеум здесь будет, этот старый лежит. Вот, короче, ремонт продвигается. Хотела заснять это отдельным роликом, но, наверное, буду во влогах. Так проще, при том, что у меня еще компьютер сломался. Надо в ремонт нести. Появился неожиданно синий экран после обновлений. Какое-то обновление правильно обновилось. И все. И теперь вот мучаюсь, страдаю. Никогда не любила эти обновления, если честно. Да? Куда? Куда? Вот. А тут вот Димина комнатка уже сделана. Уже, видите, сделала. Я уже показывала. Ну, сейчас у нас тут, конечно, все разбросано, потому что мы живем вместе. А, покрывало я класть не стала, потому что постоянно пыль, грязь, грязь, я не стала. Постираю его, надо постирать, когда уже закончится ремонт.
и постелю на свою кроватку. Вот. Так вот стало. Кстати, стало очень удобно. С Димочкой садимся заниматься. Здесь вот стульчик этот стоит. Вот здесь я сижу, мы с ним занимаемся. Вот сейчас будем вот эту штучку играть. Вот. Робот. Дорога тут железная. Ну, все разбросано, конечно. Да, Дим? Да. Но красиво стало. Потолок, смотрите, какой классный. Какая красота. Хотел сказать ням-ням. Да, Дим? Красиво стало? Красиво. Тебе нравятся эти обои, да? Вот, они светятся в темноте. Ну, не знаю, что-то пока я не получилось заснять. Попробую на камере с разными режимами попозже. Попозже? В выходные, наверное, Дима уйдет к бабушке, да. Пыталась на телефон сфоткать, со вспышкой пыталась сфоткать. Нет, никак что-то. Так хочется вам показать, как они горят. Представляете, свет выключаешь, темно. И вот эти вот лунушки, вот она. Это вот луна, вот где вот эти вот золотые вот штучки. Их, видите, довольно много, и они все горят. Блин, так классно, такие классные обои, шикарные. Я себе в комнату захотела с облаками такие вот, блин, как было бы классно. Купить, самим нанести, да и все, и проблем меньше. Днем такие обои, ночью другие обои. И все. И смотрите, мороженка с апельсиночкой моего производства. Ням-ням. Сейчас буду кушать. Правда, я потом охрипаю после него, хотя оно не такое холодное. Не знаю, почему.